Всегда начинайте, всегда делайте первый шаг. Всегда делайте первый шаг. Первый шаг. Пожали руки. Пожали руки. Свисток. Первый шаг ваш. Первый шаг ваш всегда. Оп, оп, оп. И опять первый шаг ваш. Все очень просто. Первый шаг ваш. Сейчас те, кто на ковре, кто размялся, не охота какая. Организованно перемещаемся, чтобы видно было всем, кто не тренируется. И делаем по 5 раз. Первый шаг. Показываю еще раз, как это происходит. Займите позицию. Позиция проста. Ноги подталкивай, руки подталкивай. Ясно? Подошел, захватите одну руку всегда. Потом можете проходить снизу, можете идти в захват, в крест, в ход. Мы первый шаг всегда ваш. Сделал прием, сделал попытку. Вышли опять, даже некого пожать. Первый шаг через. И вот такой. И вот этот. А вот. Показываю позицию. У нас хвост разный. Что нужно сделать? Захватить руки? Попробуй захватить руки. Попробуй захватить мои руки. Как он их не видит, не здесь. Почему? Потому что ути подо мной, молодец. Вот, поэтому ножки заряжены. Первый шаг ваш. Ути здесь. Не надо вот этого делать. Вот этого не надо делать. Это некрасиво. Вот это более-менее. Договорились, нет? Тут, тут. Кто ниже займет позицию, тот выиграет положение. Я же сказал, первый шаг ваш. Я так сильный, а вы действуете спортсмен. Разница есть? И пошел. Первый шаг ваш. Вы же бороться будете. Похоже, нет? Есть разница? Стой. Давай еще. Покажи. А вот будет первый шаг. Понятно, нет? Встали туда. Быстро, чтобы было все видно. Владимир Владимирович, подойдите ко мне. Встали широко. Широко встали. Первый два шаг. Готов? Кто в ловушке? Встали, Владимир. Следите. Следите. Готовы? Давай, давай.
сейчас ты должен первый шаг делать или туда, или туда. Отбегай меня! Отбегай скорее! Что ты не отбегаешь? Как ты меня держишь? Отбегай скорее! Отбегай! Отбегай! Ну, так далеко! Отбегай! Ну. Стоп! О чем я говорю? Первый шаг, это не смешно. У меня, хоть и тяжеловеса, было мало спаррингов. Но я тренировался стоя на коленях. Я тренировал захват, маленький по весу и по росту. Тренировал атаку и дистанцию. Ясно, нет? Рассредоточились.